Самарские поклонники кинематографа собрались в кинотеатре «Вертикаль». 4 американских фильма о надежде во всех ее проявлениях привлекли зрителей самого разного возраста. Рассчитанными не на снобов, а на, ну, просто на хорошего зрителя. На зрителя умного, на зрителя адекватного, на зрителя, который хочет что-то узнать, хочет увидеть нечто, ну, не то что новое, но другой взгляд на какие-то проблемы, гуманитарного причем свойства. Ты можешь узнать себя лучше, узнавая других людей. Действительно, мы все разные, но в то же время мы все очень похожи. И в этой разности есть определенная прелесть. Главное событие фестиваля – российская премьера документальной ленты «Гармония свалки». Фильм о юных музыкантах из Парагвая, которые играют на инструментах, собранных из старых канистр, бочек из-под моторного масла и прочего мусора. Представить картину на суд самарских зрителей приехал ее автор – американский режиссер Брэд Олгуд. Этот фильм пытается объяснить людям, что ничего не иметь – это не причина, чтобы ничего не делать. И второе – люди никогда не должны отказываться от мечты, даже если они живут в таких условиях, которые не располагают к этому. Мечта должна быть у каждого. История оркестра рассказывается от момента создания до их международного признания. Вдохновляющая лента не оставила самарцев равнодушными.